В эти дни в Екатеринбурге прошли 16-е молодежные дельфийские игры. Соревнования состоялись практически по всем видам искусства – от академического пения до эстрадного танца. Главная цель игр – найти и поддержать молодые таланты, создать условия для их развития. Среди участников – молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет из разных уголков страны. Команду Якутии представили студенты учебных заведений культуры и искусства, Якутской балетной школы имени Посельских, художественного училища имени Романова, колледжа культуры и искусства. По итогам игр представители якутской команды стали призерами и дипломантами. Было очень удивительно что очень много участников было, свыше 2000 из 68 городов. На моем направлении было достаточно много участников, они были достаточно сильные такие.